Еще одна машина, Retro Trax, 72 масштаб, Berlier Woodf R72041. Модель произведена в Великобритании. И, собственно, внутри мы видим вот такую вот большую инструкцию, пакет с деталями из смолы и декаль. Так, давайте начнем с декали. Я выну все-таки из пакетика. Такая декалька. Все такие объемные. Да, вот видите, в Соединенном Королевстве сделано. Дальше идет история. С 30-х. Не, с 28-м году произведено. И даже до 43-го года она еще в Тунисе где-то там использовалась. Ну, в принципе, с краткого курса истории знаем, что это была машина, сделана для, так сказать, защиты колоний. Ну и там в основном эксплуатировалась. Уже такая более подробная инструкция. Имеется в интернете достаточно много фотографий этой машины интересных. Вообще, на мой взгляд, она мне чем-то напоминает современные бронеавтомобили. Как-то вот не ассоциируется это со старинными гнильщиками, да, со старинными броневиками. Но это, опять же, лично мое восприятие. Так, что мы имеем внутри? Такой маленький пакетик, куда запихано много-много деталей. Очень аккуратно хочется это все изъять, чтобы не переломать. Видите, такая гора деталей. Вот такой вот корпус. Ну, дальше я буду просто уже, наверное, не комментируя, показывать. Вы уже посмотрите. Вот эта укладка. Здесь тоже какая-то укладочка интересная. Колеса от дисков сделаны отдельно. Есть некая имитация протектора. Неплохо для этого масштаба проработаны мосты. Вот такие вещи в теплой водичке нужно держать, и недолго только. Все выпрямится пальчиками. Thank you.
очень много обвеса. Смотрите, детали обвеса довольно много. Много ящиков различных. Вот еще какие-то скатки. Такая вот машинка интересная. Действительно, использование большого количества всяческого навеса весного оборудования. Так, это мы уже показывали. Довольно большие фары. Так, вот диски. Колесиков 6. Видите. Как вы уже, возможно, догадались, я их сразу же аккуратненько раскладываю для последующего фотографирования. Но это позволит сейчас сделать наезд камерой и продемонстрировать вблизи эти детальки.